Настя, ну вот на этой сцене труднее, чем в Большом театре, или легче? Здесь очень красивый театр, Sadler's Wells, и он уже не первый раз гостеприимно открывает свои двери. И здесь такой замечательный, добрый зритель. Вот ваше ощущение, Лондон любит вас больше, чем Москва сегодня, вот на сегодняшний день? Знаете, нет, я думаю, что нет. Я думаю, что мой зритель все-таки в Москве и в Петербурге. Но здесь просто какая-то отдушина и отдых. Но почему вы в Лондоне танцуете чаще, чем в Питере, например? Как это объяснить? А потому что здесь просто почему-то складывается так судьбой, что здесь больше возможностей. Здесь как-то меня теплее принимают. Называл «Жизнь человеческого духа». Она не только балерина, она еще и актриса глубокого внутреннего содержания. Красота. Красота раскрепощенного духа. Раскрепощенного. Я люблю красивое. Вообще, я считаю, что надо нацию приучать к красоте. Знаете, в Англии здесь публика такая, которая вроде бы полюбив, но все равно пытается следить за карьерой. Не сразу вознести на небеса, а постепенно с каждым спектаклем. Поскольку Настя здесь очень часто танцует, поэтому зритель, так сказать, получает, я знаю, получает удовольствие, с удовольствием смотрит на Настасью, но в то же время, может быть, надо бы, скажем, станцевать «Манон», может быть. Может быть, надо станцевать что-то Макмиллан, может быть, надо станцевать что-то Кранка. Да. Без Кранка и Манон уже никак не обойтись. Вы знаете, есть какие-то спектакли, которые действительно говорят о тебе, как о балерине или как о танцовщике. Потому что Дон Кихот может танцевать каждый. А станцевав такой балет, как «Укрощение строптивой», может не каждый. Левая, быстрее левая. Левая. Да, левая. Знаешь, это самое, смотри, ты с рукой уходишь, разводишь, да? Правильно, разводишь рукой. Но у тебя рука уходит потом вот сюда. Да. Раз и два, да? А у тебя идет рука вот туда, вот туда уйдет. Раз, левой сильно левой рукой. Да, Настенька, помни, да? Точно, куда рука, туда и нога. Все. Рука дальше уже не идет, дальше плечо идет. Настя феноменально трудолюбива. Феноменально готова репетировать, танцевать круглосуточно. А Настя как раз относится к тем, кого надо останавливать. То есть? Потом сдерживать. Потому что она готова подряд танцевать и все. Ее убедить в этом очень сложно. Потому что, например, другие солистки, они как-то дозируют свою занятость. И, ну, вы сами, то есть берегут себя, так получается? Ну, может быть, и так назвать можно, понимаете? Я считаю, что она очень много работает, и за количеством иногда уходит качество. То есть это тоже в минус, вы считаете? Да, конечно. Надо выбрать что-то одно. Или ты хочешь хорошо танцевать, или ты хочешь, чтобы тебя знали все, даже, не знаю, на Луне. Когда мы что-то не понимаем в Насте Волочковой, или она какая-то такая или не такая, я думаю... Пока что это всегда открытие. Значит, в ней что-то есть, что импонирует современному зрителю. Разве можно отрицать, что она красива? Она красива. А может быть, из ее красоты будет вылеплен какой-то интересный образ, на нее поставят балеты, и она прозвучит. Да, потому что она себя еще не нашла. Она ищет, она делает вечера, и ищет хореографию, фантазирует. Вы понимаете, она работает. Другие вообще сидят, ничего не делают. Она работает, ищет.
Если вам сейчас предлагают контракт, многолетний контракт на Западе, в Америке или в Европе, вы уйдете из Большого театра? Вы знаете, если у меня будет предпочтение танцевать на Западе или не танцевать, но числиться в Большом театре, то, конечно, я уеду и буду танцевать там, где меня захотят видеть. Поэтому... А если Большой будет давать то количество спектаклей, какое А по силам, Б? Тогда, конечно, я останусь работать в Большом театре и на Западе буду принимать лишь какие-то разовые приглашения, допустим, на один или на два спектакля, просто чтобы Но стоимость вашего спектакля здесь, в Европе, и стоимость вашего спектакля в Большом это... Ну, конечно, они отличаются, но вы знаете, искусство — это совершенно какой-то особый мир, который невозможно, я считаю, померить деньгами. Очень люблю, я обожаю. Не очень любить балет – это не то. Я обожаю балет смотреть. Дирижировать балет мне трудно, потому что я беру темпы, которые предписаны Чайковским. Мне кажется, я понимаю, как дирижер, лучше, чем, скажем, коррепетиторы балета, какой темп замышлялся Чайковским. Вот я сделал эксперимент в «Щелкунчике» и брал те темпы, которые я считаю единственно возможными. Они даже, может быть, чуть-чуть ускорены. Но и время наше сегодня ускорилось по сравнению с 90-ми годами 19-го столетия. Но я обожаю балет. Почему судьба Волочковой в Мариинском театре складывалась так сложно и так драматично? Очень много ушло таких очень значительных людей. Понимаете, что я не против нового, наоборот. Жизнь идет, жизнь двигается. Но портить старое, прекрасное, это, я считаю, преступление. Понимаете, когда люди берутся не за то, что они очень хорошо знают, мне кажется, это неладно. За последние годы сформировалась труппа, которая работает с Гергиевым. Эта труппа делает сегодняшнюю политику театра. Это ансамбль. Ведь беды Большого театра, например, происходят во многом от того, что не было ансамбля. Мариинский театр – это, ну, знаете, такой Манчестер Юнайтед. Это уже организация. Это уже, как сказал Леверкус, совершенно новая семья артистов, которая совершенно не зависит от того, спел замечательно Леверкус или не спел на этой сцене. Споет замечательно, а не споет – не проблема. Понимаете? Иначе мы будем говорить, что ах, Яшина нет. Что же нам теперь? Закрывай футбол в России. Как закрывать? Так нет же Яшина, нет. Что делать? Играть в футбол. Вот и все. А «Щелкунчик» — это вообще ужас. Я даже не пошла смотреть. А откуда же вы знаете, что это ужас? А потому что кругом говорят у меня. Но ведь сегодня в театре ваша ученица, Ульяна Лопаткина. Да. Гениальная балерина, судя по всему. Хорошая танцовщица. Хорошая. Диана Вишнева. Это не моя ученица. Не ваша, да, но тоже хорошая. Да, хорошая. И много других замечательных танцовщиц. Или нет? Анастасия Волочкова. Волочкова? Да, очень жалко, что она ушла из театра. Она же была у нас, потом перешла в Большой. Ну, в общем, не получилось это, и это очень жалко. А почему? Кто мешает? Почему не получилось? Почему в Ковенгардене у Волочковой получается, а в Мариинке в Большом нет? Ну, как вам сказать? Ну, не очень любит красивых, с хорошими фигурами. Зритель не любит? Нет. Коллеги? В труппе. Ну, понимаете, но вы, предположим, в главе на свете. Потом пришел какой-то человек. Лучше, может быть, даже кого-то. И лучше вас. Гвоздик Пуанты, какой ужас. Что это вопрос очень интересный, своеобразный, и над которым, наверное, думают многие. Наверное, стечение определенных обстоятельств. Ну, естественно, как это обычно бывает в жизни. И тем не менее, меня не покидает мысль, что вот это не очень счастливое стечение обстоятельств вынесло ее на
интересную ступень жизни. В театре, Мариинском, Большом театре, она была бы одна из звезд. Потому что она очень одаренный, конечно, человек. Здесь же она возрождает своим творчеством жанр, существовавший в истории. Это театр одинокой балерины? Ну, нет, это создание театра, не одинокой балерины, нет. Создание театра, посвященного ей. С моей точки зрения, ей нужен очень интересный режиссер, который сочинил бы для нее и делает свой театр, потому что характер ее дарования настолько необычен, что она может претендовать вот на такое явление в искусстве. Может. Это мое глубочайшее убеждение. Вы знаете, как говорится, что не делается все к лучшему, но это при условии очень талантливого какого-то режиссера. Вот это как раз и нужно для нашего российского государства. А если губернатор не вмешается, нет, ну подскажет Гергиеву что-то такое, что он считает нужно, просто как здесь подсказать. Будут вас слушать или скажут, нет, демократия. С рядом людей я могу сказать, когда меня спрашивают, ну как, понравился? Я могу сказать, что-то понравилось, что-то не понравилось. Но в Мариинском театре не спрашивают? Нет, не спрашивал. То есть в мировом оперном театре, как и в любом другом бизнесе, нет денег за тобой, нет капитала. Ты никто. И голос сам по себе не зазвучит. Абсолютно. Я же говорю, что если бы не услыхал и не сказал Минигини этот директор, что вот обрати внимание на девочку, и пошли, послушали, то не состоялось бы Каллас, ее бы не было. Это что-то страшное, конечно, но... Это бывает. И я тебе плачу столько, ну, ты мне должен отдать столько. Это было. Это бывало. Я не знаю, если, может, и по сей день это есть и существует. Ну, это во всех обществах, видимо, существует. Это коррупция, это деньги, которые вот всех немножко вот так портят. Если бы не Григорович, если бы не его телефонный звонок, как раз в тот момент, когда я находилась здесь, в моем любимом Лондоне. Он вас видел здесь? Он видел. Откуда уже... он знал Волочкова фамилию? Он просто набрал номер моего мобильного телефона, который он где-то нашел, на английского телефона. И что он сказал? И он сказал, Настя, я делаю в Большом театре «Лебединое озеро», я хочу, чтобы вы танцевали премьеру. И вы знаете, я восприняла сначала эти слова... Ну, не то чтобы как шутку, но для меня это был шок, потому что я понимала, что мое возвращение уже невозможно. Почему? Потому что я, ну, после того, как я получила факс, что театр больше не заключает со мной контракт, и я уехала в Лондон. То есть, когда закрылись одни двери, открылись сразу другие, мне был предложен большой, серьезный контракт с английским национальным балетом, и я станцевала 12 спектаклей в Королевском Альберт-Холле. То есть это был редкий случай, потому что вообще англичане очень народ консервативный, они редко приглашают вообще кого-то из других стран. А что вот, за этим факсом стоял? Все-таки ваша оценка, но дело как прошлое. Кстати, у меня просто не было другого выхода, кроме как взять вещи и уехать, потому что да я... почему вас они выперли-то из театра? Как это понять? Ну, просто я им была не нужна там. В этом нет ничьей вины, может быть, даже моя вина, я не знаю. Ну вот... Не стала нужна, все, я совершенно как-то это восприняла нормально. Не могу сказать, что спокойно, меня это огорчило, потому что я все-таки свою душу в этом театре оставила, и танцуя на сцене, я отдавала все, что могла. То есть у меня уже в тот момент, вот когда Юрий Николаевич меня нашел и позвонил мне и предложил танцевать премьеру его «Лебединого озера», в принципе, я была счастлива, но как возможно мое возвращение в Россию? Потому что, в принципе, уезжая сюда, я уже уехала фактически навсегда. Thank you.
Значит, этот путь, который человек проходит по этой земле, он ему каким-то образом предначертан. Я все-таки считаю, что ничего просто так в жизни не случается. И то, что Настя попала в Кировский театр, когда я ставил «Жар-птицу». И я с ней очень много репетировал, очень много, и мы танцевали с ней в Нью-Йорке. Какие у нее недостатки? Я сейчас именно о недостатках хочу спросить. Технически. Ну, техника в балете — это не самое главное. Мне кажется, что если вы будете придираться к недостаткам моего отца или, не знаю, там, Коли Цискаридзе, там достаточно недостатков по... А достоинство тогда, так спрошу, чтобы не придираться. Достоинство ее самое большое, что она имеет фантастический характер противостоять всем ситуациям, которые на ее долю выпадают в жизни. Тогда почему у нее такая трудная судьба? А у кого она легкая? У кого она легкая? Прекрасная балерина, но это бриллиант чистейшей воды. Что в ее танце для вас самое главное, самое неожиданное? Понимаете, не то, что красота, гармония, ее тело прекрасное, эти ноги ее. У нее форма, чистейшая классическая форма. И вот техника прекрасная. Ну, и еще что-то больше. То, почему что самое дорогое. Так трудно складывается. Понимаете, судьба. Жизнь, она несет свои трудности, конечно. Неизбежны они в искусстве? Неизбежны, конечно. Но вы верите в ее судьбу? Или Родина опять пнет сапожищем, как в стихах? Вы знаете, от меня и от нее мало что зависит. Если ей дано стать балериной, на которую поставят в Большом театре, значит, это состоится. Если нет, очень многие люди погибали и в Мариинском, и в Большом, или наоборот, люди приходили из какой-то маленькой компании и становились великими. Вот я считаю, что Григорович — это легендарная личность. Это человек, который сделал Большой театр известным, который прославил этот театр не словами, не руководством, а творчеством. Он поставил великий балет. Ну, не он один, балет. Конечно, но да, и имя поэтому это известно всем. Станцевать его балет — это, я считаю, это честь. Женщина страстная, понимаете, обаятельная. Она ведь весь зал очаровывала. Но это была эротика прежде всего. Да. А вы знаете, господин хороший? И без этого не станцуешь. Уланова была эротика. Великая классика 20 века, а искусство Улановой – это лучшие традиции века 19-го, в 21 веке, в наши дни, это уже понятно, будет совершенно другой. Другие краски, другой стиль, другие линии, иной шарм. Но, может быть, это вопрос. Великая русская классическая школа, великий русский балет от этого только выиграет.
Потому что это наша школа, это школа Вагановой. А для меня Ваганова – это альфа и омега. Вы знаете, среди балерин надо поискать балерину, которая бы имела бы столько очарования во внешности, даже просто так, если бы абстрагироваться просто от ее художественного дарования. Дано, тот свое получит. Не я творю эту судьбу, а есть что-то выше, что предлагает мне существовать в каких-то обстоятельствах. Я знаю, что Настя очень верующий человек. И в ситуации, когда ее многие обсуждают, каждый человек, который начинает обсуждать, пусть он в первую очередь подумает о том, что его собственный ангел-хранитель точно так же будет биться за него, как он бьется за Настю. Я всегда хочу и хотела искать. Я хочу брать новое, то, что мне дают. И я никогда не отстаивала то, что у меня есть уже. Я хотела научиться тому, что мне может дать Москва. И сейчас хочу, потому что вообще в жизни, если все впитывать, если искать во всем что-то хорошее, даже не то, чтобы во всем, а из всего, что нас окружает, хоть что-то для себя перенимать и искать, то можно, мне кажется, много пользы извлечь из жизни вообще. Сегодняшний Большой театр. Тот Большой театр, каким он был еще 15 лет назад, это небо и земля? Мне трудно судить, особенно сейчас, потому что я в последнее время не бываю в Большом театре. То есть обида такова, что вы не разрешаете себе там бывать? Ну, знаете, не только обида, что, конечно, присутствует, потому что отдано Большому театру очень много. И не только времени, здоровья, но и тех идей и тех творческих порывов, которые были. Почему Большой так безжалостен? Ну, а когда он был другим? Театр очень жестокая субстанция, я вам так скажу. Она как-то отторгает. И за что, Саша, за что? Сам не знаю за что. К счастью, и меня театр забыл. И благодаря этому... Ну что, другие ждали, что ли, когда случится трагедия с ведущим баритоном театра? Если получится? Я вам скажу, что заключали пари, что я больше никогда не вернусь на сцену, это тоже было, бог с ним, но... Большие ставки были? Пари. Ну, приличные. А так, я вам скажу, я оказался на улице. Дома телефон, который был раскален от звонков, он замолчал в одночасье, когда я перестал быть тем, кем я был. И у меня было дома целый ряд таких подарочных изданий. Финская печать, великолепная, Челябинск, там, мой город родной, там, что-то такое. Вот я собрал эти книги в багажник с женой, и мы повезли в Букинистический, потому что денег не было. И мы повезли в Букинистический, сдали. И я, когда получил эти деньги, мне так долго подсчитывали, какие-то проценты снимали. Это все. Я вышел потный, бледный, злой. И вышел, и жена говорит, что с тобой? А я вот, как вроде мне только нужно было слово какое-то сказать, я как взорвался. Говорю, больше этого никогда в моей жизни не будет. Я должен сегодня же предпринимать меры, как жить дальше.
И потом всегда побеждает серая масса. Она всегда побеждает. И когда возникает человек, который хочет изменить русло движения, которое было в Большом театре до сих пор, то его встречают, естественно, в штыки. В отличие от Лондона и других европейских городов, «Кармен», поставленная после знаменитого спектакля Большого театра специально для Волочковой, в Москве, в отличие от Лондона, ее «Кармен» шла уже в других костюмах. Их сделал Валентин Юдашкин. Очень безжалостная «Кармен» Тера Волочкова. Не прав я? Да нет, в общем, мне кажется. Наотмашь. Да нет, не такая она, мне кажется. Мне кажется, она... Все-таки она какая-то... Все равно считаю, что это достойная женщина. Она очень красивая, она не для всех. Может быть, все думают, что она для всех. На самом деле, она никому не принадлежит. Мне почему-то так кажется. Никто не танцевал «Кармен»? В России нет. Боялись все, потому что легенда, да. остались кассеты, остался фильм замечательный. Вы танцуете «Кармен». Как это? Вы знаете, я до сих пор не... Не страшно? Мне не то чтобы страшно, это такая ответственность, поскольку действительно зрители невольно будут, не то чтобы сравнивать, но сопоставлять меня с ней. И это невозможно, потому что Майя Михайловна — это легенда. Я считаю, что вот впереди у меня большая работа, и что я буду усовершенствовать эту роль «Кармен». Но вы в «Кармен» танцуете как бы себе? Ну, любовь, да. Всегда права, да? Себя? Ну, в общем-то, себя. Желание балерины создать свой, пусть не собственный, конечно, но свой личный театр балета, подобрать как камушек к камушку свой репертуар, привело сегодня к тому, что каждый ее спектакль, каждый концерт действительно не похож на предыдущий. Волочкова работает, не покладая рук. Нельзя столько танцевать. Неправильно столько танцевать. Я не считаю, что я много танцую. Ну, может быть, много, конечно, но я считаю, что пока я в силах, и пока у меня есть силы танцевать. Но за палец, который четвертый месяц не работает на ноге, болит. Вы не боитесь? Я совершенно серьезно спрашиваю. Я, конечно, боюсь, да, и беспокоюсь, но с другой стороны. Знаете, когда я знаю, что меня ждут зрители, по-настоящему ждут и в Лондоне, и в то же время в Донецке, когда я приезжаю, меня хотят там видеть. Вы знаете, я просто не могу не приехать. Если бы у меня было еще к тому же достаточное количество спектаклей, столько, сколько мне нужно, я, может быть, никуда не ездила, но я хочу танцевать, пока я могу. И там именно, где меня хотят видеть. Сегодня Волочкова — прима Большого театра. Но балетное счастье изменчиво, век балетного артиста недолг.
И будет ужасно обидно, если Родина опять пнет тебя сапожищем, как это было совсем недавно. И Насте, как когда-то Макаровой, Нурееву, Барышникову, придется уехать из России. Такой проблемы, скажу это еще и еще раз, сейчас, слава богу, нет. Но все равно за ее судьбу, как и за судьбу любого уникально одаренного человека в России, сегодня очень тревожно. И тревожатся за Настю, за ее будущее. Очень многие люди. Вы не верите? Меня почему-то все время задают этот вопрос. Я даже удивляюсь. Что же вообще? Все сукины дети, что ли? Мать, нельзя же так.